Союз, объединяющий более 80 художников, фотографов, народных мастеров, студентов и преподавателей училищ и вузов, отмечает свой юбилей. 30 лет назад было организовано товарищество художников. Тогда оно состояло всего лишь из 10 человек. Было довольно сложное время, и трудно было попасть на выставку Союза художников работами. Вот, и поэтому собралось несколько человек группы. Один из них, который был Балошин Валерий Вильевич, вот, он потом возглавлял наше товарищество вначале. И решили создать вот такое общество, где вход в это общество, в наше, художников, будет открыт для всех. И здесь могут выставляться все. За три десятка лет товарищество орловских художников провело более 260 выставок. Эта выставка является юбилейной. 30 лет товарищество орловских художников выросло в своих рядах, укрепило свои позиции, принимает активное участие в культурной жизни нашей Орловщины. Проводим ежегодные выставки областные, участвуем во всех мероприятиях культурных нашей области, выезжаем за пределы. Кроме работ профессионалов, в экспозиции представлены и работы юных дарований. Алексей Захаров занимается фотографией вот уже более 10 лет. На выставке представил коллекцию женских портретов. В принципе, я работаю в разных жанрах. И пейзаж, и портрет, и коммерческая свадебная фотография. Ну, большей частью мне интересен человек и девушка в том числе, поэтому большинство работ, на них представлен женский портрет. Экспозиция будет работать до 24 июня. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».